что у вас по новостям? А что у нас по новостям? Да нихуя, воюй, да и все. А у вас что? Да нихуя война, мам. Да? Стреляют, по нам стреляют. Охуеть. Все наметов бомбили двух СТРФ раненых. Все мясо нахуй отрезало. Что там, блядь? А сколько? Когда ж они уже там нахуй успокоятся, ебаный хурут? Мам, ну не волнуйтесь, не переживайте себя. Все нормально будет. Как нормально. Нам сказали, мы неделю назад уже должны были отсюда съебать. Ага. Нам этот командир дивизии сказали, типа, убирай свои войска, они там, ну, ничего не могут сделать. Вот. И типа, мы пришлем все другие. Он сказал, нет, мы будем до последнего. Нам сказали, как, вам будут платить там $57 в день, плюс квартиры каждому дадут. Я говорю, ну сейчас Украину отвоюем, нам тут хату дадут, нахуй. Либо нахуй могила. Такие мысли проскакивают, думаешь, сам, блядь, не застрелиться, нахуй. Ой, да. Ёбаный рот. Или это. Вот помнишь, я тебе говорю, мы должны были прыгать с оружием, и все хуйня. Прыжки должны были быть вот 23-24, я тогда с тобой говорил. Да. 45-я бригада прыгнула. 3 живых человека только. Охуеть. Это специалисты. Вот, которые 45-е, это шелиты, ебать. ВДВ. Кубинка. Вот они прыгнули. 3 живых человека только осталось из них. Расстреляли, да? Ебали их по полной. А я оба должны были прыгать. Вот так вот. Да, Псковских тоже ВДВшников много расстреляли. Псковский командир застрелился. Да, да. Из-за того, что народу потеряли много. Ульяновская банда. Ульяновский дивизион. Осталось живых только 13 на машинах. Охуенно. Блядь, все, ну, надеются на улице. В основном, говорит, ногами страдают там, ранят у ноги. Да, на все это ранят. Да, вот, у нас был пиздатый с полка. Его, короче, снайпер ебнул. О, видишь как. Потом это, через каску, вот через каску пуля пошла через голову, через каску, и с другой стороны, через каску тоже вышла. Каску насквозь прохуяривает. Вот как их стреляют, ебать их канем. Когда ж они, сука, там угомонятся, хохлянди ебаные. Банда. 4 человека, 4 хохла. Ну, не хохла, они ЧВК. Бандеры, бандеры. Да. Сожгли, 19 машин. Четвером. Против нашей 19 машин. Ну, у нас там было больше машин. Где-то около 30, 19 из них сожгли нахуй. Они просто там перекрасок на дороге в деревне. Сели в 4 дома. Ну, у каждого там по 50 этих РПГ, ну, гранатомет. Давай ебашь по колонии, нахуй. 19 машин сожгли, ты сама проебались. Вот что они ждут, наши ебанутые? Да ебашили б нахуй, они вон своих не жалеют, стреляют. А наши ждут, пока их вывезут, пока их завезут, блядь. Начали эвакуацию, вывезли 10 человек, 10 тысяч человек с 3 городов. Остальных не пускают, вот эти вот, которые бандеры. Да хуй бы с ними, нахуй, бомбить по них, нахуй. Нельзя. Видишь, пока ну да, не нельзя. Не можем ничего сделать. Да. А эти же где, сынок, чеченцы ебаные. Какие? А, кадыры? Ну, да. А, ебать, это вообще будет такой угар. Мы сюда ехали, там колесо обожженное. Там стояли кадыровские команды, и стояли сгоревшая колонна, полностью колонна сгоревшая. Ну, разъебали. Да, да, да. И мы ебаем, давай эти команды таранить, потому что устали, ебать. Эти кадыровцы, они вообще не понимают нихуя, мол. Они ебашут всех подряд, вот просто нахуй, они своих, по своим хуярят. Да. Ебашут всех подряд, плюс нахуй это, грабят магазины, хуины, им вообще все похуй, понимаешь?